Привет! Я покажу, как скачать и установить The Twilight Forest для Minecraft версии 1.20.1. Для начала переходим по ссылке. Здесь выбираем нужную версию. В моем случае это Forge версия. Теперь заходим в Minecraft. Здесь нажимаем моды, а затем нажимаем открыть папку с модами. Теперь сюда перемещаем мод, который мы установили. Перезаходим в Minecraft, и этот мод работает. А для того, чтобы проверить это, я создам портал в новый мир. Для этого вокруг источника воды размером 2 на 2 блока размещаем цветы. Затем в саму воду бросаем алмаз. Теперь можем прыгать. И вот так вот он выглядит. А если тебе помогло это видео, не забудь поставить лайк и написать комментарий.